Всем привет, с вами Наташа и Андрей. В этом видео мы снова будем смотреть реакцию, мы будем делать реакцию на сериал «Джентльмены». Мы уже делали реакцию на первый трейлер, там мы сказали все, что мы думаем, и про режиссеры, и про ожидания и так далее. Я думаю, здесь мы просто кратко повторим, что, ну, «Джентльмены» был такой фильм. Да, и решили сделать по нему сериал. Гай Ричи от того же режиссера, да. Да, на Netflix. Но да. Я уже читал мнение, что изюминка именно фильма потеряна. Мы сам фильм не видели, поэтому сложно сказать. Да. Но раз посмотрели первый трейлер, почему взглянуть? На второй, потому что в целом у нас на канале ждут. По 500 есть. Просмотров набирают. Так что людям нравится, смотрите наши реакции и сам трейлер. Я только скажу, что у нас есть телеграм-канал, мы там пишем свои мнения на те или иные проекты, которые посмотрели, иногда новости постим, с вами взаимодействуем. Если вы там уже есть, спасибо, если вы подпишетесь, то тоже вам будем благодарствовать. Да. В целом, я думаю, все, мы можем посмотреть и потом какое-нибудь свое мнение еще раз сказать. Да, предлагаю посмотреть, но еще раз повторюсь, что Гай Ричи, конечно, запустил какую-то... торпеду по клепанию всяких проектов. «Колесо фортуны». Может, у него он... даже этот фильм есть. Да, может, у него хочет уже на пенсию уйти и сразу заработать кучу денег. Внуки-то потому что растут. Не Министерство джентльменских дел, мы делали тоже реакцию. Да. Сейчас просто «Джентльмены» по фильму «Джентльмены». Короче, он супер-джентльмен, любит это. Давайте посмотрим. На мужскую атмосферу. Такую, да. Начинаем. I didn't ask for any of this. The title has no practical value. The business is broken. There are holes in the roof. The staff are revolting, and you. Кто-то умер. Может быть, тот, кто в фильме был. Are a coke-sniffing cunt. Allow me to introduce myself. I used to be in business with your father. Вот, наверное, его отец. Я думаю, лучше не гадать. Да. Ну, фанаты, я думаю, все уже поняли. Ну, стиль есть у трейлеров. Да. Если ты не шаришь вообще. Да. You will receive a significant amount of money. В общем, тут бизнес. Let us carry out our activities. Use like a duke in it. What the... People either survive in the jungle or exist. Да. What do you think, John? I think you should fuck off back to your country ass and wank off your spaniel. I'm going to remove their interest from this estate. I didn't create this problem. I'm trying to help you deal with it. No one walks away. And it's down to you to keep him under manners. Ooh. These are serious people. Though they appear to be house trained, don't be deceived by the facade. So, in order to stop ourselves being associated with criminals, we are going to become criminals. We're not criminals, Freddy. Но этот трейлер более такой наполненный. Наполненный, да. Лапсанг Су Чонг. Ну, уже скоро. Не, ну выглядит бизнес, интересно. Тачки, драки, все, что надо. Ну, меня больше всего вот нравится именно этот английский стиль. Я знаю, что снимает фильмы, события, которые происходят в Великобритании, и тут это он передает, возможно, Гай я не Ричи, знаю. Да, возможно, это придуманный им же стиль. Может быть. Как люди представляют в массовом сознании, как выглядят там всякие бандитские разборки в Великобритании. Но в последнее время Netflix делает кучу проектов, и не самых плохих. Да, и
Поэтому... Мне кажется, этот мем про Netflix немножко уходит назад. Да, и то, про что... него так до сих пор говорят люди, которые не особо смотрят Netflix. Говорят в плане того, что плохой только контент. Да, да, да. Потому да, что да. На самом деле там и фильмы хорошие уже есть, и сериалы, мультсериалы, и обычные, да. Ну, я... вот One Piece хвалили, мы смотрели «Голубоглазый самурай». Не смотрите наверх, фильм еще был. Да, 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 неплохие проекты. Да. Поэтому... Так что, может быть, это тоже будет. Возможно, во-первых, это же «Джентльмен» — это фильм. Я так понимаю, он там идет 2 часа, возможно. А это сериал. Нет, ну... Который раскроет, возможно, больше каких-то моментов. Ну, тут нет актеров основных из сериала. Да, хотя поэтому... Андрей сказал вначале, что какие-то фишки убрали, и, может быть, будет не так уже. Ну, это люди по трейлеру судили, поэтому непонятно. Да, да, как это будет на самом деле. Да, пишите, ждете ли вы этот проект. Я думаю, фанаты свои у этого фильма есть. Да, кто-то да. ожидает, я думаю. Да, да, да. И подписывайтесь, ставьте лайки. На наш YouTube, Telegram-канал. Нам будет приятно. Всем пока. Пока.